Всем привет! 122-я серия турецкого сериала «Ветреный холм» выйдет 18 июня. Если вы хотите, чтобы Альпер оставил в покое Халиля и Зенеп, ставьте лайк, чтобы увидеть, сколько нас. Зенеп с каждым днем все лучше узнает Халиля. Также она узнала о его прошлом и о том, каким образом они были связаны. Эта новость становится для нее настоящим открытием, потому что Зенеп и представить себе не могла такого. Оказывается, их история с Халилем началась много лет назад, когда они еще были подростками. И также она узнала, что Халиль ее давно любит. Альпер подслушал разговор Халиля и Гюльхан, и он решил проследить за ним, зная, куда он поедет, и там его убить. Но когда Альпер увидел рядом с ним Зенеп, он пришел в ярость, потому что она мешала ему завершить начатое дело, и к тому же она может стать ненужным свидетелем. Халиль привез Зенеп на природу, чтобы поговорить о чем-то очень важном для него. Зенеп вся во внимании, а Альпер в это время пытается выстрелить. Если вы не хотите пропустить анонсы к новым сериям, подписывайтесь на канал и не забудьте включить уведомления, нажав на колокольчик.